нашу святую плоть. Все начнется сейчас. Какого хера? Эй, хватит! Слышь, Янки, звать-то как? Леон. Неразговорчивый. Я Луис Серра. Похоже, мы с тобой выбрали так себе место для отпуска. Эй, хватит! Хорош уже дергать. Мне и без того хреново. Я понял твой замысел. Это не первая твоя передряга, да? Я думаю, что ты здесь ищешь кого-то. Дай угадаю. Может, пропавшую синьориту? Где она? Ну, я жду. Ладно. Слышал, что они переводят синьориту. Переводят? Куда? Кто же его знает. Но потом видел, как кого-то тащили в церковь. Мерда. Общаться с тобой опасно. Эй, куда пошел? Пока, амиго. Черт, все спиздили. Эй, Леон, что за выражение? Блин, и правда все спиздили. Гнездо, это Кондор-1. Я нашел орленка. Кажется, ее держат в какой-то церкви. Что ж, молодец. Об этом мне сказал один тип. Назвался Луисом Серой. Он какой-то подозрительный. Проверь-ка его досье. Ясно, Кондор-1. Прямо сейчас и займусь. А ты пока тогда доберись до церкви. Ну да. Как раз давно в грехах не каялся. Кондор-1, конец связи. Какого-то мужика зарезали. Я, пожалуй, возьму ножик. Хоть чем-то сможем себя защитить. Потому что дальше враги, конечно, будут. Да, вот один. Он стоит к нам спиной, поэтому мы можем по-тихому его убить. А с вот этим по-тихому уже не получится. Поезда! Давай, иди сюда. На, получай. Сколько же тут крыс? А, это на них капканы поставили? Или на меня? Спасибо за монетку. У меня уже целое состояние. А потратить его некуда. Так. Чё-то я не понял. Открывается дверь вон там. А как в это помещение зайти? Не открыть. Так вот и я о том же. Может быть, сюда? Это похоже на выход. Черт.
Действительно. Короче, я понял. Дверь открывается с той стороны. Надо только успеть добежать, пока она снова не закрылась. Успели. Так, это мое. Здесь наши вещи лежали. Поэтому по-любому сюда надо было. Давайте травушки смешаем. Заодно чутка освободим место. Так, ну и можно патроны скрафтить. Для дробаша давайте. Сможем взять ножик. Лишним точно не будет. Этот я тоже взять хочу. Сейчас надо просто сортировку небольшую сделать. У нас хватит места. Супер. Отсюда мы сможем уже вот эту дверь открыть. Незнакомец, иди сюда. Кто это? Это торговец. Ну что, давай поторгуем, да? Еще одна побочка. Надо перебить крыс. Как раз на этой заброшенной фабрике. За это нам дадут 3 шпинеля. Ну а почему нет? Давайте. Вот она первая. Ах ты, зараза такая. Гляньте, как носится. Попади в нее еще. Да. Готово. Уж не знаю, зачем торговцу эта фабрика. Возможно, он здесь хочет торговую точку открыть. Ты выполнил просьбу, да? Я по твоему лицу это вижу. Привет. За хорошую работу надо хорошо платить. Я обновил ассортимент, друг. Давай взгляну. Может, и куплю что-нибудь. Все, что есть перед тобой. Лишнее пространство не повредит. В самый раз для тебя, чужак. Я продаю много отличных товаров, чужак. Он, помимо прочего, может нам еще и оружие улучшить. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков, друг. Да ладно, ладно. С навыками у меня все нормально. Так. Готов купить почти все. Скупи тогда мои ценности, что ли, которые я нашел. Не знаю, ключ от охотничьего домика мне еще нужен или нет. Пока что на всякий случай лучше не буду его загонять. А то вдруг понадобится. Так, это мне еще нужно пока. Пушки я продавать не буду. Спасибо. Чем еще могу услужить? Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Те самые драгоценные камушки, которые он нам дает за выполнение заданий, у него можно обменять на какие-нибудь особо ценные вещи. Карту сокровищ, например. Любишь находить сокровища, да?
Тогда тебе повезло. Итак, чем я могу тебе помочь? Да все пока что. Приходи в любое время. Ну да, в этой записке как раз и говорится о том, что я сказал. Шпинель обменивается на ценные вещи. Это понятно. Давайте сохранимся. Как раз тут есть печатная машинка. Патроны для винтовки. Винтовки у меня пока что нету. Я ее пока что не стал покупать. На будущее. У нас на карте теперь отмечены все места, где можно найти что-то ценное. Чего-то не хватает. Какого-то предмета. Да где я? Сейчас сориентируемся. Здрасте. Твою мать, она еще жива. Замечательно. Ни к чему боезапас тратить. Так, что у нас в бочках? Материалы Б. Ага. Понеслась. Не все сразу. Отстань, бабка. Я не буду твоим женишком. А то увидела молодого и сразу набросилась. Неудивительно. Гляньте, тут у них какие мужики. Такими только детей пугать перед сном. Лечись, лечись. О, народная медицина в действии. Сразу на ноги поставила. Давайте пока обратно на пистолетик переключимся. Дробовик для них это слишком жирно.
вниз. С дороги. Капец, их много. Видать, целым селом сюда сбежались. Давай, меняй обойму. Замок долбаный. Закончатся они вообще? Или так и будут спавниться? Вроде бы все. А-а. Не все. Где-то еще есть. В любом случае, мы сюда пришли вот за этой штукой. А на местных нам глубоко пофигу. Вот ты где. Черт. Совсем не вовремя. Эмблема у нас. Но я думаю, что стоит здесь задержаться. Как следует осмотреться. Может быть, еще чего найдем. Так. Маленький ключик. От чего он? Надо поискать подходящий замок. Да ёшкин кот. Опять вы. О, еще один рубинчик. Напрасно я продал ту вазу. В нее можно было бы вставить два камушка и продать подороже.
Какая же тварь там динамитом швыряется? Я тебя достану, сука. Ладно, нам с ними уже не обязательно сражаться. Можно просто убежать. Но нет, это не в моем стиле. Так, возвращаемся сюда. Надо правильно совместить вот эти гравировки. Сейчас. Не так. Есть. Ой-ой. За ящиком, оказывается, еще один стоял. Чё сказать, подловили. Свою же собственную ловушку. Надо всегда смотреть себе под ноги. И тут пусто. Ладно, идемте дальше.
Уничтожай кукол. Ладушки. Нам, кстати, за это ачивку дали. О май гад. Бензопильщик. Открывайся, пожалуйста. Видимо, придется с ним сразиться. И с парочкой его прихвостней тоже. Отпусти! На, скушай травку, Леон. Съешь. Полегчает. Завалили все-таки. И с него мы подобрали изумруд. То, что надо. Как раз в нашем ожерелье парочку таких изумрудов не хватает. Красота. Так, запертые ворота. А вот этот ключик, кстати, не подходит? Не-а. Ясно. Значит, другой какой-то нужен. Упс. Прошу прощения. Извиняюсь, что побеспокоил в такой деликатный момент. Урожай, свинопас, хряк, ребенок. Это какой-то шифр? Так, ну здесь нужно что-то круглое. Неплохо. Кто-то выпендрился перед соседями. В отличие от всех остальных хибар, это действительно богатый домик. Еще один маленький ключик.
Что за фотки? Лодки какие-то. Какие-то строения. А, вот, оказывается, от чего был шифр. Дайте-ка я еще раз на записи взгляну. Так, давай-ка. Урожай — это, наверное, вот это, да? Ничего больше подходящего я не нахожу. Свинопаса тоже нету. Зато есть свиноматка. Ну и, соответственно, ребенок. Хрустальный шарик. Давайте-ка его поближе осмотрим. Внутри какие-то частицы. Может быть, это снег. Типа, знаете, перевернул, и снег идет. Ты чё, восстал из мертвых? Гад. Он мстит за то, что я ему посрать не дал. Так, ну все, вставляем эту штуку. А, я понял смысл. Надо вот эти частицы каким-то образом соединить со стрекозой. Ща, пацаны. Но все еще как-то не так. Вот же. Надо было его просто повернуть немножко. Это же тот самый дядька, который является к нам в видениях. Он тут типа всем заправляет. Дар, в моей крови.